Смотрите в новом выпуске программы «Улика из прошлого». Сегодняшние власти Украины всю вину за гибель людей возлагают на бойцов «Беркута». Это прекрасный повод закричать о преступлениях кровавого режима. Нужен был взрыв насилия, поэтому было косите и тех, и других. Кто же все-таки убивал людей на Институтской улице? Сказали, кто может, если будет ситуация, кто сможет стрелять? Я говорю, я могу. «Улика из прошлого». Во вторник в 20:45.